конденсатор. Одеваем скубу. Так, одевается он точно так же, как рюкзак, без особенностей, лямочки. Отлично. Это будет, наверное, мой самый необычный новогодний праздник, потому что мы его будем отмечать в компании с дайверами. Вот сейчас уже все одеты в карнавальные костюмы. У нас есть елка. Снимать будем под водой вот на эту штуку. Покажите ее. Вот, покажите, как в темноте она работает. Вот. Так что все почти готово. Пойдем. Чтобы елка не всплывала, к ней прикрепили специальные утяжелители. Игрушки крепко привязали на суше. Впрочем, часть из них начнут закреплять непосредственно под водой. Кстати, бассейн на время праздника дайверов для остальных посетителей остается открытым. А вот и я. На самом деле, немного опасаюсь сейчас погружаться вниз. Дело в том, что просто боюсь не всплыть. Шучу, конечно. Мне здесь показали, что есть тут такой пульт управления. Верхняя кнопка – это для того, чтобы погружаться, а боковая – для того, чтобы всплыть потом. В празднике участвуют 24 дайвера и один журналист. Меня не причисляют к равноправному члену команды, так как за мной нужен, как говорится, глаз да глаз. Дело в том, что даже базовый курс подводного плавания с аквалангом включает в себя 5 лекций, теоретический экзамен, а также практику в бассейне и в открытой воде. Я же прошел только экспресс-инструктаж. Под воду был взят с условием, что все время буду на виду. Владислав Звонков сейчас перед нами, руководитель дайв-центра и организатор данного праздника, но еще по совместительству Дед Мороз. Расскажите, какая у нас сегодня программа будет? Мы погружаем елочку на дно, устанавливаем ее. Дальше мы ее наряжаем елочными игрушечками, украшаем. Вот. После этого у нас будет хоровод. Под водой ощущаешь себя будто в невесомости. По дну можно идти, а можно и парить над ним. Несколько раз я, правда, чуть не снес елку. Все время боялся, что трубка с кислородом, назовем ее так, выскочит изо рта. В итоге так сильно сжимал шланг, что челюсть от напряжения сводила. Впрочем, новогоднее ощущение чуда от полученной дозы адреналина не уходило. А у нас там, как вы поняли, настоящее веселье. Я буквально на минутку сейчас отвлек от него Евгения Гузова. Сегодня он в костюме зайчика уже 10 лет занимается дайвингом. Расскажите, как изменилась ваша жизнь после того, как вы нашли для себя такое увлечение? После того, как начал заниматься дайвингом, у меня очень появилось много знакомых во всем мире. Можно, не зная языка, найти единомышленников в любой точке мира, и вы без слов понимаете друг друга. Под водой разговаривать по понятным причинам невозможно, поэтому все общение строится на жестах. Я себя чувствовал школьником среди старшеклассников. Дайверы, как и положено, на новогоднем празднике открыли шампанское. Но чтобы его попробовать, нужно было обладать профессиональным навыком. Напиток мог пройти мимо рта, зато в него легко попадает вода из бассейна. В общем, без шампанского обошелся, но все было здорово. Ну и после такого видеоряда, согласитесь, все слова излишни. Разве что можно сказать, что лучше один раз попробовать, чем 100 раз увидеть. Ну и с Новым годом! С Новым годом! Антон Примачев, Евгений Власов, смотри Хабаровск!